В общем, всем привет, мои умники, ребята, с вами Бозя. Да, наконец-то новое видео, потому что время 6:30, а я только начал его записывать, не удивляйтесь, да. Я очень люблю спать, вы это заметили. Если что, не пишите, почему я так зачастил с кей-попом, потому что у меня наконец-то появились эмоции, наконец-то появилось желание намного чаще его смотреть, и как минимум... У меня... Ну, короче, как бы вам объяснить-то? Все, меня попёрло, я хочу кей-попа. Это первое. Второе, у меня очень большая к вам просьба. Вы сможете поставить на колокольчик уведомления, чтобы вам приходили они? Потому что меня даже удивляет YouTube, даже когда вы ставите, ну, типа, колокольчик на уведомление, чтобы вам приходили вот как раз оповещения о видео. У вас один фиг, некоторые пишут, не приходит оно, что за бред? Короче, погнали сейчас посмотрим то, чего мы не замечали в BTS. Да. Так. Let's go. Yeah. 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 Just one day, one night. Не стоит смотреть на Рабмон. Это типа, там было написано «Практика, just one day», я знаю у них этот клип. Незаметно наблюдает. Виноватый взгляд, который не... Подожди, чего я не увидел? Виноватый взгляд, который не предвещает ничего хорошего. Я понял. Не заметил, как ты... Ты Хён, да? С него угораешь. Чимин с самого начала не напряг ни одну мышцу. У этого мальчика лучшее поведение сегодня. Он как столб сидит, я знаю. Не закончилась строга рэпа, а кадр с Ви резко изменился. Хорошо, все сделали глубокий вдох и сосредоточились на хореографии. Да он просто ржет как... Между тем, танец добивает, как обычно. Когда мы видели начало улыбки, кадр меняется. Это почему же? Не выдержал, начал угорать. Как он так выгнул сустав? Каждая частичка Т пытается не заржать. Да, кстати. И он споткнулся в свой же стул. Разрешай его поржать. Его вынес из того, что меня манок. А Рэпмонстр у них все еще лидер, да? Так, подождите. У Хоупи лучшая роль в этом танце. Он просто стоит и наслаждается собой. Недавно они переключили кадр, потому что ты здесь меньше ржет. Но посмотрите на него, что происходило на второй записи. Ха-ха-ха!
своей, на вине своей. Хорошо, я смогу, мне просто нужно сделать серьезное лицо. Черт, а я ведь действительно не поверил. Ребят, это круто. Он или ржет, или пытается сделать серьезно, посмотреть на его лицо. Хоть себе произошло ничего, но я понял. Магические наклоны головы, то из рыбы в люди, то из смеха в серьезе. Хоть кто-то в этой группе пытается быть джентльменом. Джентльменом. Почему Big Hit все еще не сделали этих двоих главными танцорами? Посмотрите, как аккуратно они подвинули стулья. И как это сделал ты? Действительно, как сложно пойти в магазин купить игрушечную розу. Ну ладно. Заверните мне это маленькое пушистое недоразумение. А, типа мило сделать, я понял. Все пытаются быть милыми, а ты безэмоциональный робот. А мне кажется, он просто серьезен. На самом деле, Моня пытается уже в третий раз. После этого... Так он мужем вырастет. Зачем матерью быть? Угарный, смотрите. Смотрите, рип, экранное время жены и Мони. Чё-то не видно. А когда Чимин танцует? Так и остался умирать на полу. Ну, из него мать никакая. Согласен. Он ржал вовсю. Вспомнил о своем тексте после того, как он начался. Мы сейчас ждём все песни, приготовились. Если Хупин надоел, то что над собой он решил стать дело в этой группе, я не знаю, лол. Короче, ребят, что я могу сказать по поводу этого видео? Оно угарное, мне понравилось, оно очень смешно получилось. У меня уже скулы болят, потому что они у меня очень рассмеялись. Страшно. Ну и что мы можем сделать, какой вывод? Это смешно. Это угарно, по крайней мере... Появилась, я надеюсь, у всех улыбка на лице, потому что, ну, репетиции у них угарные получаются. И вот этот вот чувак,
который сделал, типа, то, чего вы не замечали в BTS. Я ссылочку на него специально, его оригинальное видео оставлю. Вы можете даже... Хотя там 51 тысяча лайков, так что не удивляйтесь. И пишите в комментариях, что следующий мы будем вместе с вами смотреть. Тот комментарий, который наберет больше всего лайков, тот следующий мы и посмотрим. Так что, я надеюсь, видос вам зашел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите. И до новых видео.